точно в горах влажно, глаза слова ненавидят. Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня. Дай мне слово, что руки твои не на моих, лишь плечах буду спать. И сияние дня, и сияние глаз. Дай мне слово, что ты не дотянешь, потом придет сильнее. А может вместе с тобою тепло и радость дороже. Такими только быть может. Давай отменимся мне, будем летать над водой. Вот и все, вот так надо, вот так надо, вот так, Миша, вот так, Миша. Туда баба, баба, баба.
тех, кто любишь ты, что выберешь им все мое. Мне хочется, чтобы сегодня и ваша душа потащила.
А сейчас это было таким легким и, наверное, фундаментальным подтверждением, что я очень-очень-преочень вас люблю. Я люблю вас, и я счастлив, что у меня есть в моей жизни, в моем сердце семья под названием «Великий Нижний Новгород!» Пойдем, танцуем, шумим, свистим! Не жалейте себя! Не стесняйте! Живите! А я тебя согрею осенью. Даже дожди, да грустно плачет тоже осенью. Слезы твои навстречу мне печалью брошены. Он бы сказал друг другу что-нибудь хорошее. Ну что скажешь? Я для тебя все стоял. Я для тебя и всегда.
очень красиво. Очень, очень и очень красиво в этом платье. И я хочу тебя сейчас обнять я. И прекращаю годы, дни и ночи. Ты очень красиво, очень, очень. Мечты, и рядом мы с тобой.
судьба дальних расстояний. Bye.
терпеть, сей. То все равно становится как-то счастливо на душе. Потому что у меня есть песни. У меня есть поющий голос. У меня есть глаза, которые видят вас. У меня есть слух. И я так люблю, когда слышу вас.
Спасибо вам большое, спасибо. Да, действительно, это простые слова. Очень простые слова. Но в этих простых словах вся наша жизнь. Наверное, весь смысл этой жизни. Потому что я не могу приходить в дом, если не увижу свои любимые глаза. Я не могу прийти в дом, если ко мне не тянутся эти мои любимые красивые руки. И я очень хочу, чтобы так было и у каждого из вас. Влюбляйтесь, целуйтесь, обнимайтесь. И никогда со своими любимыми не расставайтесь. Дорогие мои, я вас очень прошу, я понимаю, что это кайф. Я сам люблю пощупать. Я сам люблю, ой, как сдернуть. Но вы такие сильные. Это же про вас Некрасов писал. Она коня на скаку остановит. Она в горящую избу войдет. Ребят, у меня после каждого... Шрамы. Уже все отмечено. Всякая биография на моих разбитых ногах. Поэтому... Да пожали руки. Не тащите меня. Мне очень сложно петь. В 56-м году жизни вживую вытягивать ноты. Дышать, двигаться. Хотеть. Очень сложно это. Поэтому немножко я попрошу вас поэротичнее. Это я кажусь таким синеньким, а на самом деле я уже тряхленький, уже легенький. Вечно на диетах сижу, чтобы не потолстеть, чтобы подбородки свои не разбрызгивать. Пожалейте меня, не стаскивайте меня. Манипулируйте мной на расстоянии. Гипнотизируйте меня.
Спасибо большое, спасибо, 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 спасибо. А вот уже на последней песне налетайте и разрывайте. Снимайте все, что снимается. Разрывайте на клочки и несите все это домой. А дайте мне еще спеть 468 песен, ладно?
целый стакан лекарства от сердечных ран. Твою развеет грусть, ты захмелеешь, но и пусть пьяная вишня. Целый стакан, а ты похожа на туман. Thank you.
Спасибо! Спасибо! Спасибо, спасибо! Спасибо большое! Это маленькие дети, это взрослые дети. Спасибо! Удивительный, потрясающий.
Александровичей. Фантастический музыкант Лев Горбачев. Нижний Новгород! И я люблю!
большое спасибо. А сегодня четверг, да? Пятница сегодня, да? Пятница, да? Ну что со старичком возьмешь? Ничего уже не помню. У меня сплошной понедельник. У меня сплошной понедельник. Ну и слава Богу. Но раз сегодня пятница, ребятушки, так это вообще... Вообще красота! Красота, значит, сам Бог велел вам сегодня ночь не спать. Ночь не спать, а потом... Ну, я сегодня не на поезде. Я сегодня на самолете. Давайте-ка мы до утра концерт устроим. Радости, здоровья вам, любви, вдохновения. И помните про свои крылья. В самые трудные минуты взлетайте и ничего не бойтесь в этой жизни. Любите и будьте любимы. Пусть ваши сердечки засыпают с улыбкой на лице. И пусть они просыпаются в крепких объятиях. Я вас очень-очень люблю. Спасибо вам большое. Спасибо и за все за это. Самое святое. Это наш актерский и вам поклон. Нижний Готовы?
мерцали, как не мерцали, когда в поезд уходил. Потом мне все, как не мерцали, как не мерцали, когда в поезд уходил. А мне все, как не мерцали, как не мерцали, когда в поезд уходил. Этот поезд то разбитый, то без колес, то без сокол в голове, то... Но зато с кепкой. Oh, yeah.
Васильки, васильковое платье, и в глазах Васильки. Ну ладно, раз сегодня пятница, пятница, ребяточки, если сегодня все-таки придете домой, ребят, мужское население, обращаюсь сейчас к вам. Спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо! Спасибо! Спасибо, Нижний Новгород! Спасибо! Спасибо! Всегда ваш Виктор Королёв!